Встретить человека на пробежке ранним утром – это уже не редкость, а повседневность. Начинать день с физической активности предпочитают кто в одиночку, кто всем коллективом. Сегодня, например, на стадионе «Энергия» были замечены депутаты столичного собрания. Начинаем утро с позитива, несмотря на то, что дождик. Утренняя корпоративная гимнастика. Место сбора – стадион «Энергия». В едином порыве и на одной спортивной волне по 3-4 разминаются городские депутаты, работники региональной общественной приемной «Единой России» и активисты «Молодой гвардии». В городе Чебоксары с 2014 года в каждой школе в 7:50 делается утренняя зарядка. И все школьники у нас начинают занятия не в 8 часов, а в 7:50. Ну, я сама лично начинаю каждое утро с пробежки, с утренней, ну, чего и желаю нашим всем жителям. Большинство столичных парламентариев начинают день с физкультуры, а коллективно это делать и веселее, и легче. Поэтому раз в неделю устраивают совместные утренние тренировки. Пробежать 800 метров по стадиону – не проблема. Последовательность, преемственность, которую показывает нам глава республики. Вот. Поэтому мероприятие очень важное, очень значимое, это и сплачивает, и были и шутки, были и смех. Спорт поддерживают не только личным участием, но и другими делами. Многие депутаты помогают организовывать спортивные соревнования и праздники для детей. Успешно работают и масштабные проекты. На территории Чувашской республики реализуется федеральный партийный проект «Единая Россия. Детский спорт», по которому строятся спортивные залы при общеобразовательных школах на территории всей Чувашской республики. Тем самым мы даем возможность на всей территории республики создаем условия для занятий спортом детям, школьникам, юношам, которые проживают на территории сельской местности. Но все же начало начал – это личный пример. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.